Да ну нахер. Всем привет, с вами Беттер. И сегодня свершилось чудо. Добавили новость про зимнюю охоту. Решение трудностей зимней охоты разработчики описали то, что это слишком сильная нагрузка на серверы. Основные проблемы связаны с огромным количеством игроков в сети и возросшей нагрузкой на серверы. Вот так, друзья. Но, как они пишут, то что сейчас наши технические специалисты разработали несколько каких-то там решений и предприняты уже меры к решению этих проблем. И до конца января вероятность получения боевых очков в игре удвоена. И также у вас текущее задание будет засчитано, то есть в качестве компенсации. И прошу еще заметить, то что в своей новости про четвертую глобальную цель они ни слова не сказали. Я не знаю почему, но там ничего не написано про четвертую глобальную цель и 25 миллионов кредитов. Если у вас не засчитывается данное задание, просто идите на сервер Браво Чарли, если вы играете на Альфа. Если вы играете на Браво, соответственно, Альфа или Чарли. Если Чарли, то либо Альфа, либо Браво. У меня так сделалось уже 5 заданий зимней охоты. Поэтому я вам просто это посоветую. В общем, у меня на сегодня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи в зимней охоте, друзья. Всем пока.